motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Алигейм, Let's Play Rock, Subnautica. Как вы уже поняли, мы продолжаем вдоль и поперек. В прошлый раз мы строили платформу, потом ракету, и мы продолжаем строить ракету, чтобы свалить с этой планеты. А дерево все растет? Думаю, надо нам послушать радио. Какие будут новые миссии? Радио, что-то объект 1783 уничтожен. Режим патрулирования. Уничтожить. Новые неучтенные цели. Одна. И какая цель? Что это значит? Что еще за цель? Что здесь нахер происходит? Чувак, what the fuck? Дайте мне какую-нибудь другую подсказку. И чё? Так, а давайте вспомним, где мы были. Мы были везде, да? Везде мы были и где мы не были. Короче, погнали. Короче, ребятки, помните? Сюда слишком много метров. Нам вот на тот остров надо. Да, ребят, вот этот был кусочек корабля. Что такое? Электричество закон... Нихера, короче. А как это? А почему это? В смысле так быстро? А у нас вообще есть зарядка, там, подзарядка? Что у нас за нанотехнологии такие? Почему так быстро кончает? Мы термоядерные стержни уже энергоячеечные тут. Ох ты, что ж ты вообще такое? Вообще, на что ты? Вообще техника, я тебя прошу вообще. Превращает тепловую энергию окружающей среды в электро... Вот, у меня же есть, блядь, подзарядка. У меня же есть подзарядка, я же сказал. Где-то у меня есть. Теперь нам нужна сила Земли, я не знаю, энергия Солнца. Тем временем у нас новое сообщение. Говорит спасательная капсула 2. Координаты прилагаются. Мы уже прошли безопасную глубину и теряем кислород. Нам придется всплыть на поверхность. Но это 500 метров строго вверх. Мы доберемся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Ю, конец связи. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Загружено в КПК. Огромная дыра и загружено в КПК. Сюжетное задание теперь есть у нас. Очень хочется узнать, что там прям. И сюжетное задание. Так, интересно, ну там капсула или пещера? Ну, с одной стороны, там страшно. Тут не страшно. 500 метров. Вперед за капсулой. Да мы погружались все глубже и глубже. Всяких тварей тут полно. До капсулы еще плыть аж целых 465 метров. Слушай, а это не то место, где мы тогда втащили прям грубо так, я бы сказал. Да, смотри, короче, это прям то самое место. Растения светятся, все сверкает, все куда-то кричит, все пугает, я не знаю, началось, у меня паника, все, что нам делать? Что нам делать вообще, я не знаю, дерево растет, все нормально. Что у нас здесь? Здесь у нас все плохо, тут две батареи, короче, на пол энергоячейки. Хотя, в принципе, не, нормально, еще можно жить, все будет хорошо. Я в этом очень сильно уверен и уверяю вас и себя. Ну, погнали. Это капсула 500 метров. Нам нужно найти эту капсулу. И для этого я отправляюсь под воду, в пещеры. Только пещеры знают, что нас здесь ждет. Вот она, капсула номер 2 капсула. И мне кажется, мы уже здесь были, ребят. Мне кажется, мы здесь уже были. Мы уже в капсулу заходили. Уж очень все здесь очень сильно похоже. Охренеть. Смотрите, здесь ни хрена нету, ребят. И здесь, ребят, смотрите, ни хрена. Тупо ни хрена, короче, в ней нету. Я уже не помню, это было давно, но мы явно отсюда все, что нужно было нам забрать, мы забрали. Да, предлагаю нам вернуться теперь обратно, потому что здесь мы ни хрена не нашли. Мы просто немножко опередили события сюжета. Он нам не успел еще это все рассказывать, как мы это все уже сами давно изучали и узнавали. Итак, что у нас следующее? Радио. В общем, какое-то инопланетное сообщение. Кстати, все чаще и чаще начинают они приходить. И что? Что нам делать? Что? И что нам с ним делать? Чувствую себя обманутым.
Итак, там мы ничего не нашли, капсулу номер 2 мы ранее посещали. Пока рыбки там пилятся об наши винты, я предлагаю все-таки вернуться дальше. Мы так быстрее что-то узнаем об игре. Мы получили какое-то непонятное сообщение. Что с этим сообщением делать, тоже непонятно. Но ясно определенно одно, что мы сейчас с вами отправимся в пещеры. Где вообще моя подводная лодка? Я вот серьезно, да? Я сейчас сильно обеспокоен. Вон она, да? А я выплыл где-то слева, да? Ну вот, все, я споткнулся. У меня паника. Снова. Святая ночь. Ой, телепортер окружил меня. В общем, когда я убедился, что впереди путь свободен, я решил пересесть в циклоп и поплыть дальше. И вот что-то мне снова подсказывает, что мы летим. А куда мы летим, алло? Нас что-то держит, ребятки. Возможно. Надо, короче, посмотреть по сторонам. Я полагаю, мы поймали какой-то баг. Я боюсь, если я сейчас выйду из нее, ее разорвет к херам. Но так в целом все вроде бы нормально, да? Но внутри она какая-то кривая. В общем, двигаемся дальше. В общем, ребят, добрались до пещеры, где с прозрачным левиафаном, помните, тут, короче, сражались, да, вот именно вот на этом месте, когда у нас, ну, в общем, здесь проблема у нас была, потеряли блюдечко, собственно говоря, его заново сделали, ну, нашу вот эту тарелочку, давайте сходим сюда, узнаем, что здесь нас ждет, ответ будет очевидный, ничего хорошего, но, собственно, для этого мы здесь и играем, да, смотрите, с каждым разом все глубже и глубже, оба-на, смотрите, кто это, смотрите, кого мы нашли, ребят. Еще какого-то маленького. Местные формы жизни. Скелет морского дракона. Нихера, смотри, что это такое. Скелет морского дракона. Частично поврежденный скелет принадлежал хищнику класса Левиафан. Травма головы. Имеется явное свидетельство обширной физической травмы головы. Повреждения настолько сильные, что, вероятно всего, стало причиной смерти. Что-то на высокой скорости, значит, врезалось в это создание. Слушайте, ну, тварь таки огромная. В общем, смотрите, ребят, у нас есть движение вниз дальше. Смотрите, какое огромное красивое дерево. Зеленое становится синим. Офигеть. Ребятки, вы это видите? Нет, это ж бесподобно. Не, на самом деле очень круто, очень прям. Надо все пощупать. Гигантское дерево укрытие, ребят. Гигантское дерево укрытие. Огромное дерево в глубоком пещерном гроте. Единственное в своем роде, окружено скатами, поедающие его розовые внешние листья. Снаружи дерево покрывает крепкая, быстро растущая кора. Выемки на поверхности заселены крошечными организмами. Ветви обвили вокруг несколько невылупившихся яиц, принадлежащих виду с обозначенным призрачным левиафаном. Это дерево, по всему видимому, является древним местом гнездования. Яйца были отложены, когда дерево было молодым, и теперь ветви защищают их и растут вместе с ними, пока те ожидают подходящих условий для вылупления.